Всем привет! Меня зовут Мария Сафина, я пищевой технолог, нутрициолог, специалист по здоровому питанию. Вы находитесь на моем канале «Здоровый образ жизни в удовольствии». И сегодня я бы хотела продолжить рубрику и буду делиться с вами продуктами, которые есть в моем рационе, которые я использую и которыми я довольна. И давайте начнем с вот такого замечательного оливкового масла. Вот такое прекрасное маселко. Оливковое масло экстра virgin, нерафинированное, первого холодного отжима. Я масла использую только в баллонах, вот таких вот, не переливаю. То есть не надо покупать на Озоне вот этот переливатор, не знаю, как он называется, переливать туда масло. Этот переливатор светлый, масло там быстро окисляется, когда мы переливаем масло. Оно там уже на кислороде воздуха окисляется, поэтому темные баллоны, каждый раз новый баллон, именно так и классно использовать масло в своем рационе. На оливковом нерафинированном масле жарить можно, но жарка должна быть низкотемпературная и недолгая, то есть запекать, долго что-то делать в нем, да, нерационально. Но, однако, брызнуть на сковородочку, пшик-пшик, или один раз, яичницу пожарить, допустим, котлетки, пшик-пшик, два раза сделать два пшика, размазать все это дело кулинарной кистью, это можно. Ни разу оно у меня не дымилось. Это сейчас единственное масло, которое я использую, не именно этой марки. Марки могут быть разными, но оливковое масло Extra Virgin, именно нерафинированное, в баллоне, вот такое с пульверизатором. Очень легко, кстати, дозировать. В салаты масло я не кладу, салат вообще не делаю. Делаю просто свежие овощи, кладу на тарелку. Не запекаю в масле, не жарю в масле. И для тех целей краткосрочной термообработки, которые у меня есть в рационе, это масло прекрасно подходит. Кстати, это масло у меня купил муж. Классно, смотрите, сам выбрал именно Extra Virgin, нерафинированное. Это круто, прям вообще. В самокате, то есть это продукт вот торговой марки Самокат, мне он очень нравится, сделан он на заводе у Алтария. Помните, я вам как-то говорила, что там классные тоже масла с пульверизаторами, и вот оно подтверждение, масло мне очень нравится. Также, кстати, у Алтария я раньше брала масло грецкого ореха, брала масло авокадо, брала тоже и оливковое масло. Сейчас беру чаще всего оливковое масло Вкусвилл, и вот беру вот такой вот самокат, но получается Алтария. Да, в общем, вот Алтария прекрасный производитель, можно доверять. Смотрите, что классно в таких маслах, то, что это масло находится в герметичной упаковке, нет контакта с кислородом воздуха, то есть нет окисления. Мы мононенасыщенные жирные кислоты вот хотели классного качества получить, омега-9, которые профилактируют сердечно-сосудистые заболевания, мы их и получаем. А масла, которые мы постоянно открываем, там есть контакт с кислородом воздуха, да, они там булькают, перемешиваются. Тем более, если это какое-то прозрачное стекло, если мы их переливаем вот в эти переливаторы ужасные, вот там, конечно, все идет окисление, и мы уже не получаем такого качества жиров, такого качества омега-3, там тоже есть в оливковом масле, омега-9 жирных кислот, мы получаем окисленные жиры. Кстати, там еще прекрасно сохраняется витамин Е, да, антиоксиданты, именно если мы правильно также храним, то есть не около плиты, а вот там оно у меня обычно стоит, где-то там подальше. Очень легко нормировать, то есть один пшик, пш, и все, здесь в принципе, не перельешь. Что еще использую? Я очень люблю вот такой вот розмарин. Покупаю его также в самокате и покупаю в Озон Фреш. Он очень классно пахнет. Розмарин имеет огромный антиоксидантный индекс, то есть это очень крутой антиоксидант. Куда использую его в свежем виде? Я когда делаю рыбу, после приготовления я ее уже вытащила, сюда поставила, и рыбку посыпаю вот таким вот свежим розмарином, немножко буквально он у меня там на рыбке потомится, и, ну, соответственно, я его съедаю вместе с рыбой. Не всем нравится вкус, но мне очень нравится, мне нравится аромат, поэтому использую. Много витамина К, много витамина С,
Но, как мы знаем, витамин С разрушается при термообработке, поэтому здесь больше я делаю ставку на классный аромат, потому что там много различных вот этих летучих эфирных соединений, да, альдегидов прекрасных, и, ну, соответственно, витамин К тоже влияет на свертываемость крови, во всех зеленушках он есть. У меня всегда есть зелень, какую я люблю. В последнее время мне очень нравятся вот такие смеси, где есть петрушка и укроп, то есть прекрасные и антиоксиданты, витамин К, тот же самый огромное количество витамина С в петрушке, в укропе, также есть хлорофилл, также есть каротиноиды, это пигменты красного, оранжевого цветов, но тем не менее здесь они есть, то есть это про витамин А, влияет на сохранность наших слизистых, также влияет на кожу, на ранозаживление и в том числе на внутренние наши слизистые, да, в том числе на слизистые ЖКТ, в том числе на слизистые глаз, внутренних органов, влияет на наше зрение, в том числе сумеречное зрение. В общем, классная штука. Также зелень у нас пролонгирует насыщение, там много пищевых волокон, замедляет поступление глюкозы в кровь. Кстати, про клетчатку, вот про вот эти все биофлавоноиды, антиоксиданты, мы на курсе все разбираем. Очень легко резать. Я вот так достаю, вот эту часть я промываю, вот так нарезаю. Если все семейство ест, то в принципе все вот это выходит у меня на один раз. Можно также рвать зелень. Смотрите, витамин С очень нестойк при контакте с кислородом воздуха, который здесь содержится, да, и при контакте с металлами. Поэтому как раз очень мелкая вот такая нарезка металлическим ножом и долгое хранение в нарезанном виде на кислороде воздуха, оно способствует потере и витаминной активности, и антиоксидантной активности. Поэтому я рекомендую все-таки не нарезать очень мелко, а нарезать, ну, средними кусочками. Я как-то советовала даже рвать, но вот знаете, у меня не пошло это. Я не люблю рвать зелень, я люблю шинковать, у меня металлический нож, большой такой поварской. Вот я люблю шинковать, но я шинкую достаточно крупно, и прям вот отдельные, вот петрушку могу прям вот отдельные листочки так вот порвать и есть. И вот такая у меня петрушечка есть, петрушку я очень люблю, и обычно ее у меня достаточно много в холодильничке. Следующий продукт, который у меня в рационе есть круглогодично, это помидоры черри. Обычно я к своему приему пищи добавляю по 3 штуки, то есть 3 штуки в обед и 3 штуки вечером, но в обед они у меня свежие, а вечером я их немножко на сковородочке подпекаю, они получаются такие тепленькие, там активируется ликопин, они прекрасно классно усваиваются, в общем, вкусные, ароматные. Какие мне нравятся торговые марки, вот такие, это Вкусвилл, длинненькие, карамелька, по-моему, называется. И мне еще нравятся вот такие экокультура. Вообще у экокультуры классные. И упаковки мне очень нравятся. И кругленькие у них вкусные. Есть такие черри тоже. Свежие, ароматные. Здесь томаты. У меня на ютубе недавно был такой вопрос. А есть ли смысл покупать помидоры зимой, если они там водянистые и я не чувствую их запаха? Есть смысл покупать помидоры зимой, томаты зимой, потому что тогда они хотя бы будут у вас в рационе. Это будет клетчатка, это будет объем, это будет пролонгирование насыщения. Это будут хоть какие-то витамины и минералы по сравнению с их отсутствием, нулем, или консервированными какими-то помидорами, в которых будет минимум антиоксидантов, витаминов, будет добавлена соль, сахар, стабилизаторы и различные консерванты. То есть здесь вот такой важный нюанс. Далее, не делаем из себя жертву, ищем в огромном количестве магазинов, которые есть вокруг нас, в огромном количестве доставок классные сочные томаты, которые мы будем добавлять к себе в рацион круглогодично. Ищем те марки, которые нам нравятся. Для меня вот помидоры черри или небольшие томаты, они очень удобны тем, что их не надо резать, их положил на тарелку и в принципе уже можно есть, да, сполоснул и все. У них, на мой взгляд, более концентрированный вкус. И вот марками своими любимыми я здесь
поделилась. В принципе, и дети их любят, и взрослые. В них достаточно много простых свободных сахаров, там фруктозы, глюкоза, есть сахароза. То есть много разных, на самом деле, помидоров есть, и огурцов, и так далее. Смотрите, выбирайте, и зимой тоже есть хорошие, качественные продукты, которыми вы можете свое питание дополнить. Самое главное — не обманываться, не обманывать себя, быть честным с собой. Мы сейчас живем не в том мире, не в том веке, когда у нас были очереди за продуктами, было ограниченное количество продуктов. Сейчас море поставщиков, море магазинов. Любая доставка тебе привезет за час любые продукты, которые ты захочешь. Пробуйте, сравнивайте, делайте выводы. И не вешайте нос, если у вас какие-то помидоры водянистые пришли. Ну и что? Да закажите вы несколько разных, попробуйте. В супермаркете возьмите по одной помидорке разного сорта, положите, да, взвесьте их, посмотрите, какие самые ароматные, самые душистые. Ну вот так сейчас надо подходить к питанию, как разборчивый такой вот покупатель. Будьте исследователем. Скажите себе: я вот сейчас пойду-ка я в Ленту и куплю-ка я по одной помидорке каждого сорта, который там представлен, и посмотрю, какие они на вкус, и потом сделаю для себя вывод. У меня такой челлендж будет: выбери себе помидоры. Завтра пойду в Ленту и устрою себе челлендж, выберу себе огурцы и так далее. В общем, вот так надо действовать, и я тоже точно так же действовала. То есть я одного производителя посмотрю, другого, третьего, сравню там по ягодам. Там не очень вкусные, там не очень ароматные, там перемороженные, там рыбу в одном месте, там пахнет тиной, в другом месте перемороженное и так далее. То есть здесь я взаимодействую с внешним миром, так сказать, как мы вот в тренажерном зале. Мы взаимодействуем со штангой, учим движение, получаем обратную связь, что у нас получается, не получается, там, от тренера, от своего тела, и делаем выводы, как нам исправить это в следующий раз, или как нам действовать по-другому в следующий раз, и что оставить, да, из положительного. Действие, вывод, и далее уже построение дальнейшей стратегии. Это работает всегда. И еще один классный продукт, которым я хочу поделиться с вами, это вот такая соль, которую я в своем рационе использую. Вот, не знаю, отсвечивает, сетра называется. Натуральная морская соль, она йодированная, мелкая, именно вот такая вот мне нравится. Ну, то есть тут надо открыть, и она вот так классно используется. На что обращаем внимание при выборе соли? Во-первых, смотрим состав. Йодат калия должен быть в составе, вот здесь соль морская, йодат калия, то есть раньше был йодид калия, это вещество, которое быстрее распадается, а йод у нас такое летучее вещество, да, быстро улетучивается из продукта, а йодат калия — это более стабильная форма, так сказать, йода. И одним из классных источников йода в рационе современного человека как раз является йодированная соль. Соль — это в закрытой упаковке, то есть не в открытой какой-то солонке, я туда руки не сую, нет контакта с кислородом воздуха, но он минимальный, то есть нет вот этого постоянного перемешивания, да, нет контакта, самое главное, с солнцем, с прямыми солнечными лучами, потому что йод, он очень быстро улетучивается при температуре, прямых солнечных лучах. Поэтому йодированная соль – это соль, которая сыпется на готовую еду. Не в термообрабатываемую еду, вот сюда, вот на сковородку, во время приготовления пищи. Пищу вообще нерационально солить во время приготовления. Каждый солит в своей тарелке. То есть пищу готовить рационально, без соли. А потом каждый уже на свой вкус, соответственно, солит. Рекомендованное количество соли для взрослого человека – это 2-5 граммов. И большая часть набирается из соли, также морские различные водоросли, морепродукты, именно натуральные, не консервы какие-то, а натуральные, ну, допустим, кальмар, креветки, да, мидии, которые вы сделали у себя на кухне без добавленной соли, и там уже будет содержаться йод. Конечно, частично он распадется, поэтому будет остаточное количество. Также в морской рыбе, в жирной рыбе йод тоже содержится. Источники йода
мы проходим на моем курсе искусства здорового рациона, в том числе про добавленную соль, сахар и так далее, тоже проходим. Различные гималайские соли, это все мимо, вот, они не имеют никакого преимущества. То есть то, что соль, это натрий хлор, это всегда поваренная соль, плюс-минус различные минералы, ну, это мы разбираем все детально на курсе, когда рационально вводить соли, да, с повышенным количеством, допустим, минералов. Вот. С вами была Мария Сафина, пищевой технолог, нутрициолог. Если вам важно создавать свой рацион, понимая, зачем вы вносите туда продукты, а не просто там что-то покупая, наваливая в свою корзину, без понимания нутритивной ценности, если вы хотите видеть продукты так, как их видит наш организм, я буду рада поработать с вами на моем курсе «Искусство здорового рациона». Ссылочка на курс здесь внизу. Также буду рада вам на моем канале Telegram. Ссылочка здесь внизу. Там я публикую различную мотивацию и новости. Увидимся с вами в следующих роликах. Пока-пока. Желаю вам прекрасного дня.